Спасти дороги, восстановив хотя бы частично асфальтовое покрытие – первоочередная задача администрации города. Поэтому в областном центре продолжаются работы по ямочному ремонту. Выбоины и углубления заливают литой асфальтово-бетонной смесью. На настоящий момент отремонтировано 50 улиц и проспектов. В ближайшее время радоваться хорошим дорогам смогут жители улицы Рабфаковская от Кузнецова до Наговестина и Кренистовой, улицы Первая Болинская, Родниковского въезда. В ближайшем обозримом будущем ямы залатают именно там. Капитальный ремонт магистрали будет связан с началом строительного сезона, пока он невозможен из-за погодных условий.